Девчоночки, привет! Всем доброе утро! Я вот с утра помыла свой новый причухан. Кстати, он у меня будет светлеть. Бальзамом. Он у меня будет светлеть, вот эти перья будут светлые. Я скоро буду блондинкой, как всегда. Я, между прочим, всю жизнь блондинка. И тут тоже. Вот так. Так что мы скоро будем блондинки. Нашей банде прибудет. Это с утра пью каву. Съела творог. Без сметаны, без сахара. Домашний творог. Запила кавой. И все, больше ничего. За собой кружку тягаю. Это у меня есть такие салфетки. Какой-то мотлох на них насобирался. Непонятный. Вот эти, знаете, они идут в мягкой упаковке. Вот такие. Я же их нагреблась, я не знаю кого. И закончились салфетки вот с этих коробочек. Я хочу это все дело распечатать и запихнуть туда эти салфетки. Вот так открываем. Просто отсюда удобнее так, знаете, доставать. У Артема постоянно эти сопли. Или Грета где-то бэкнет, раз салфеточку и вытер. Всю ночь сегодня опять нам не давала спать. Я такая злая утром стала. Как будто и не ложилась спать. Сидит сейчас на подоконнике, гуляет типа она. Я думаю, гуляй, гуляй. Фиг ты угадала. Сегодня ей днем спать не дам. Это уже точно. То я ее жалела. Мне ее было жалко. Она так гарнесенько спала. Разрываю. Ножницы ж не могу взять. Вот. Такая пачечка. Нам надо ее туда запихнуть. У меня сегодня опять дел, как у Наполеона Бонапарта. Ну, не знаю. Все, успею, не успею. Может, хоть чуть-чуть. Вот. А, еще хотела вам, знаете, что сказать. Вот, запихиваю салфетки. Которые идут без твердой упаковки. Тынь. Смотрите, видите? Опять у меня целая пачка. Вчера ржала сама с собой. Подобавлялись эти новые подписчики, да? Надо заклеить. Ой. Где клей? Нема клея. Сейчас скотч найду, буду скотчем заклеивать. Так вот, о подписчиках новых. Подобавлялись. Тра-та-та, дружба, мир, труд, жвачка. Таким клеем попробую. И читаю я комментарии под видео. Ой, спасибо за ценную информацию. Сейчас буду обсирать новых подписчиков. Спасибо за ценную информацию. Типа, было очень интересно, очень познавательно. Рассказываю, какое видео. Видео там, где я переобуваюсь, на работе ем, пью и иду с работы. Очень познавательно, информативное видео. Мне вот интересно, что вы с этого вынесли? Какую информацию ценную? Ну, знаете, если вы уже зашли на канал, зашли на это видео, то вы уже хотя бы посмотрите хоть чуть-чуть. Что ж вы сразу пишете? Ой. Знаете, хотела сказать, а что вы вынесли с этого видео? Какую для себя важную информацию? Что там важного? Я просто рассказывала, где я была, что я делала. Все. Никакой важной информации и такой... Видите, не хочет клей приклеивать. Ничего там такого не было. Ну вот, понимаете, подписываются и нифига же тебя не смотрят. Если вам не интересен канал, зачем вы на него подписываетесь? Ради того, чтобы я подписалась на вас? То знаете, я казал Зеленский у нас. Те, кто с Украины, те знают. Просто не хочу выражаться. Вот именно так и казал. Или хотя бы уже вообще ничего не пишите. Чем вы пишете такой бред? А, еще там был комментарий. Что-то я написала, знаете как, я заметила, по названию, написан влог, допустим, покупки,
были они там или не были, или я просто показывала магазин, ну, неважно, пишут. Поздравляю с покупками, тра-та-та, типа очень это важно, да, тра-та-та. Хотя в покупках не было покупок. Так же, как девочка меня исправляла насчет ленивых голубчиков. Девочка молодец. Девочка, видимо, смотрела видео. А я, знаете, я специально теперь буду так писать. Девочка меня исправляет. Вы там, типа, в названии ошиблись. Это не ленивые голубчики, а ленивые варенички. А я написала голубчики. Делаем, типа, а-ля-улю, ленивые голубчики. Те, кто смотрел видео и смотрел его до конца, те заметили, да? Может, не все написали, чтобы я исправила. Девчулька это написала. Я на нее вообще не в обиде. Я, наоборот, даже рада, что она написала. Значит, она посмотрела до конца, и она видела, что то вообще не голубцы ленивые, а типа варенички. Все, смотрите, как мы запечатали. У нас тут есть штучка. Берем вот так. Первую надо вытащить. Как ее сразу вытащить? Ну вот, ну представляете? А остальных всех этот вопрос вообще не волновал. А знаете почему? Потому что никто не смотрел. Всем так пофиг, аж невдобно, знаете? Это скажут у нас на работе. Мне так, охер, аж невдобно. Оце про це. А я теперь буду такие названия писать. А, там, где видео с колодцем. Косметическая глина. Глина из колодца выкопанная. Глина, которая там в слоях, в недрах земли, да? Я там подшутила, типа, Артем, неси ведро, будем глину набирать. Мама будет маски делать. Ну и написала про эту глину в названии. Что вы думаете? Мне написали, классная глина косметическая, типа. Ну, вообще, люди вообще не смотрят. Не смотрят, пишут комментарии по названию. Не надо тогда вообще писать комментарии. Не надо меня расстраивать. Это я так, знаете, кто меня знает, тот мои шутки поймет. Вот так. Вот такие, девчонки, дела. Насчет подписок, да? Подписываюсь на всех, кто предложил, или я кому предложила, если мне канал более-менее понравился. Раньше предлагала, сейчас уже не страдаю этой фигней. Пусть лучше будет мало, но те, кто тебя смотрит. Вчера трансляция показала результат, да? Почти 900 подписчиков, 897 или 6 человек подписаны. В трансляции были, сколько, 11 человек или 12, потом 13. Потом там убавились. Ну, о чем это говорит? Вообще левак на канале. Люди, которым ты вообще не интересен, и твой канал, и то, чем ты занимаешься, и чем, и как ты живешь. То есть подписчики есть, просмотров ноль. И если вы подписываетесь на меня, а я на вас, мы должны хотя бы друг другом интересоваться и смотреть эти видео. Пусть хоть, если мне не интересен канал, я включу, как Настя говорила, на быструю перемотку. Я уже научилась. Просмотрела, отметилась, написала комментарий, не написала. Это дело каждого. Я, например, не всегда успеваю писать комментарии. Да, если у меня есть свободное время, я написала. Нет, до свидания. Если вы подписались на меня, я на вас, и мы друг друга вообще не смотрим, YouTube на автомате отсеивает эти каналы, понимаете? Отписывает вас от меня, а меня от вас. Вот такие дела. Вот так-то, девчонки и мальчишки. Так, с вами, конечно, хорошо, а со мной еще лучше. И этот бланш, смотрите, под этим глазом у меня так и есть, правда? Или это свет так падает? Я хочу сейчас навозюкать нос. У нас по расписанию сегодня суббота. Вот такая маска. В условиях города. Ночная гиалуроновая маска-желе. Я ее буду, наверное, ночью, вечером делать. Ночью. Будем за собой смотреть и ухаживать. И вообще, знаете, меня так подбесили вот эти вот комментарии.
Вот, сейчас буду красивая. Я не знаю, вы у себя такое замечали? Ну, пишут комментарий только по названию видео. И все. Нифига не смотрят. Не хотите, то не смотрите вообще. Не надо писать бред всякий. Вот так. Тыдынь. Будем ликвидировать черные точки. Сюда пока ничего не наносила. Пока не буду. Мне надо еще сейчас помыть немножко посудку. И опять варить обед. Потому что вчера налетели 3 коршуна в обед. И сожрали все, что было. Так, размели. Перевернули хату дном. И мне надо сегодня опять все варить. Сейчас пойду нагребусь овощей. Посмотрим, может, еще сделаем эту маску. Ночную сделаем утра, с утра. Что там в этой маске? Она у меня еще запечатана. Смотрите, девчонки. Сегодня дома, наверное, пока никуда не пойду. Ой, она... Ой, как она вкусно пахнет. Свежий-свежий аромат. Ну, чтобы мне ее нанести, мне надо волосы как-то закрепить. Иди-ка сюда. Грета! Иди сюда, моя бусинка. Иди сюда, моя красотулечка такая. Прекрасная. Вот. Вот это чудовище не дает по ночам спать. Вот это сегодня буду писать доктору. Поедем на стерилизацию. Злющая. Терпит. Я тебя сегодня буду мучить, как ты меня ночью мучаешь. Открывает все двери. Девочки, эта кошка умеет любую дверь открыть. Стульчик стоял, я ее выгнала ночью с Артемом, мы спали. Я ее с той комнаты выгнала. И она, зараза, вылезла на стул, стала на задние лапы и вот так вот теребила круглую ручку, хотела открыть дверь. И она теребит ее до тех пор, пока ты не встанешь и не запустишь ее. Я ее запустила, она такая мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Я говорю, я очень рада. Это ночью раза 3 или 4 она меня поднимала. Знаете, как на сутках побывала. Что спал, что не спал. Вот такие дела. Пойду по квартире собирать овощи. Они у меня везде, в холодильнике, на балконе, в тамбуре. И буду начинать варить супчик. Уже 12 минут болтаю, 13. Смотрю на Теллу. Про Самвела разговор. Сейчас вам потом расскажу, досмотрю. Донателла рассказывала, как ей ответил Самвел. Савелиад, Самвел Адамян, наш украинский блогер. Она у него там много задавала вопросов по поводу канала начинающих блогеров, и он ей все-таки ответил. Вот, Донателла, привет. Я тоже смотрю Самвела. Где-то 2 или 3, наверное, уже. Нашла его тоже случайно там, в рекомендованных видео мне выскочил. Хотя я его смотрела на MasterChef, но я даже не знала, что у него есть свой канал. Смотрите, какие поры. Пойду возьму мочалку, буду вытирать сейчас. Что хотела сказать. Из моего окружения смотрю его только я. Артем бывает со мной там подсядет. Ой, мам, что там? Мама, Самвела новое видео вышло. Говорю, я знаю, Артем, мне приходит оповещение. Муж бывает со мной, смотрит, когда какая-то трансляция такая, знаете, позитивная, смешная. Там с мамой они... Трэш. Мама это вообще трэш у него, конечно. Женщина. То садимся ужинать, муж говорит, давай, включай трансляцию. Трансуха, я говорю, да, давай, типа, включай, посмотрим. Потому что он смотрит свое, у него там вата-шоу, у меня Самвел, я себе пошла там смотреть другую комнату. Бывает, вместе смотрим. Не знаю, мне Самвел нравится. Я смотрю его, знаете, как сериал, всегда с улыбкой. Бывает, конечно, там он жжет, бывает, там пишешь ему какие-то такие комментарии, ну, не злобные. Что еще? Много у него там... Ну, понимаете, его надо быть с ним на одной волне. Его не каждый поймет. Я даже если на работе включала эти видео, когда грузится у меня, да, вечером включу или там в обед с девочками обедаем, на меня смотрят, что ты смотришь этого придурка?
не хочу объяснять. Да, смотрю, мне нравится. Чего не, да? Как говорит моя коллега, чего я маю тирать? Если мне нравится, я смотрю. Вот, кто еще не был на канале, можете зайти посмотреть. Я тащусь просто. Настоящий живой блогер. Вообще, я считаю, он самый крутой блогер на YouTube. Самый крутой. В том плане, что он живой, понимаете? У него все видео живые, без монтажа, без постановки. Да, там они бывают с Коляном разыгрывают, там что-то постановочные видео такие. Там как он бегает в платье, знаете, по городу. Тут, ну, это такое. Вот. Ну, так мне нравится. Я только болтаю и ничего не делаю, девочки. Нателла, полностью с вами согласна. Ну, хочу сказать, что я не отписывалась ни разу от Самвела. Да, были такие видосы, там, где с мамой, там, ну, вы знаете, если вы смотрите, там, когда мама по полу ползала, там, в этой комбинации, да, то, конечно, мне это не очень понравилось, что он так выставляет маму. Хотя, знаете, вот он и ругается с ней, там, с этим сахаром бдит, то все. Многие на него там тоже критикуют в комментариях. Я вам даже хочу сказать, я бывает включаю, видео идет автоматом, я просто читаю комментарии. Зрители у Самвела вообще бомба. Все с чувством юмора. Я, злобных там таких нет. Даже если какие-то злобные комментарии, то такие, знаете, с подвывертом такие. Это, просто начитаешься комментарии, и все, тебе уже можно видео не смотреть. Ты уже знаешь, что там, как и почем. Пойду смою, вернусь. Смыла вот эту белиберду. Она мне очень нравится. Наверное, не видно на камеру, да? Но нос у меня гораздо стал чище. Гораздо, вообще, в разы. Сейчас я вот этим гелем навозюкаюсь. Я сегодня дома. Мне не надо никакого супер-мега увлажнения. На улицу не пойду. Поэтому такой гель я наношу в два захода, девочки. Потому что кожа все равно суховата. Он такой быстренько очень впитывается. Пахнет томатиком, таким кетчупом. Лизу прям вам в лицо. Даже на глаза, на лоб. Осветляемся. Ну, он, я не могу сказать, что он осветляющий. Но он такой приятно нежно увлажняющий. Вот так. А насчет Севы, когда я на него только подписалась, как сейчас помню. Ну, знаете, если он ответит вам в комментарии, там, или поставит сердечко, девочки там у него выпрашивают, я не выпрашиваю, мне это не важно, вот, то прям праздник. Мы с Артемом были дома сами, муж был в наряде, и мы, у него началась, только началась трансляция, Артем говорит, мама, напиши быстренько что-то, напиши, и я ему пишу, привет, Сызернова, там, много восклицательных знаков большими буквами. И, по-моему, сердечки такие желто-блокнитные там настрочила. Девочки, он нам ответил. Он, ну, как-то он заглянул в ноутбуке и попал на наш комментарий. И прочитал «Привет, Сызернова!» и так рукой нам махнул. Боже, у меня Артем прыгал на кровати от радости. Ну, представьте, в трансляции, допустим, по 4000, по 6000 человек в чате. Чат у него вот так летит. Он что успевает, то читает. Вот, и он прочитал наш комментарий, привет, Сызернова, вот так махнул рукой, счастье было, полные штаны. Мама, он нам ответил, боже, я говорю, ты что, надо где-то записать, Самвел нам ответил. А вот такие мы фанаты своего блогера. Все, девчонки, начинаем варить борщ. 20 минут трындежа и ничего не сделала. Сейчас нафильтрую водичку. Съели они у меня ту кастрюляку с рисом. Типа борщ. Надо еще им что-то такое сварить. Артем у меня любит, чтобы было цветное. Пока ест, надо кормить. Потому что бутербродики, печенька. Еда Артема. Картошка, суп, бутерброды с колбасой или сосиски, чай, печенье, конфеты. Все. Он больше вообще ничего не ест. Вообще. Ни рыбу, ни котлеты, ни пельмени. Вот это еще ленивые вареники. Я ему сказала, что твой дедушка на таких вырос во время войны. У моего папы было 10 детей в семье, он был 7-й. И бабушка им делала на молоке просто с муки, молоко, мука, яйца. Кормила этих 10 детей. Это был 45-й год, да, послевоенное время. Вот она выкармливала их галушками вот этими.
назывались галушки. То дед мой на них смотреть не может. Он говорит, у меня все детство, я вырос на этих галушках. Но мы сейчас творог добавляем, получается, типа ленивые вареники. Вот. То я говорю, это блюдо твоего дедушки, он на нем вырос. То это он таким образом попробовал со сметанкой, с сахаром. Да, давай мне такое, мне нравится. Так, девчонки, начинаем варить обед. Потому что мои скоро придут, а мне нечем будет накормить. Такая госпитарка страшная. Поменяла дислокацию, потому что там варится, жарится и запотевает камера. Расскажу вам прикол. Вчера позвонили мне с работы девчонки, заказали. Алена, у тебя есть шампунь, маска для волос, мыло там дегтярное не любят. Я предложила дегтярное с куркумой. Да, отложи нам, мы, типа, девочка говорит, я приеду вечером после работы, заберу. Я говорю, хорошо. Ну, вечер, это уже 6 часов. Она говорит, я буду выезжать, тебя наберу. Добрый. Я себе такая, знаете, оделась, все, говорю, Артем, я пошла отнесу на остановку, вынесу заказ. Где мой нож? Картошку чистить. Говорю, вынесу заказ, выйду на остановку, туда и назад, и вернусь. Папа был наш еще на службе. Я, короче говоря, иду такая, знаете, в темноте, с этим кулечком. Уже почти дохожу, пол дороги, останавливается машина и такой сигналит мне, типа, фа-фа. Я такая, о боже, думаю, что за придурки. Думаю, такая файная девчина вышла, уже прям машины, знаете, падают штабелями. Я такая смотрю, муж мой. Я такая открываю, сажусь, говорю, я не поняла, а ты что тут делаешь? А он мне, а ты что тут делаешь? Типа, знаете, в темноте шаришься по гарнизону. Я говорю, я несу заказ. Он меня еще подвез на остановку. Я уже там дальше сидела, ждала автобус. Один, второй, третий. Так к чему я веду? Где-то захочешь зашариться, ничего не получится. Раз вышла в темное время суток, и то словили. На горячем, так сказать. Ну, так было смешно. Я говорю, а ты что не на работе? А я тут по делам выехал, и сейчас еду назад. Я говорю, ну-ну. Кто кого словил? Открою балкон. Отопление у меня выключено. Жарко. Когда варится, жарится все. На кухне Ташкент. Я даже сегодня ночью вставала и выключала. Жарко было спать. Грета особо не дала. Кстати, где она? Она опять пошла где-то спать. Я сейчас ее найду. Что ее не видно. Где-то пошла дрыхнуть. Сейчас я ее... вот она, смотрите, она сегодня спать не будет, так как она ночью не дает людям спать. Недовольная такая мордяка. Все, Греточка, посну тебе сегодня. Давай, занимайся. Кушай, бегай. Сегодня спать она не будет. Пошла, пошла опять. Недовольная, спина такая согнутая, знаете, хвост такой с горбинкой. Так, что это у меня за картошка такая подгулявшая? Нифига. Сейчас мы ее добьем. Сейчас почищу, вернусь к вам. Бросаю наш супчик. Вот такие штучки. Это полуфабрикатные котлетки. Когда-то я делала для своих котят такие котлетки, там, говядину. И думаю, если котята можно, почему нам нельзя таких наделать? Купила печень разного мяса, и куриное филе, и говядина, и морковь здесь, и лук сразу. И вот такие котлетки замороженные бросаем для вкуса. И все. И аля-улю, смакота. Так, сегодня опять стирка у меня. Целое утро пью уже холодное кофе. Сейчас вам покажу, что у меня тут плавает. Никогда не догадаетесь. Лавровый листочек. Да. В этот раз еще кинула листик. Мне мало специй. Угу. Все, девчонки. Супчик у нас варится. Типа супчик, типа борщ. Но это не борщ, это название. Будем называть овощной супчик.
Еще тарелка на голову упадет. Так. И, наверное, мы кинем туда не рис. Что нам так кинем? А! Немножко вермишельки. Но это потом, когда уже все сварится в самом конце. Так, девчули, пока буду с вами прощаться. Вечером встретимся. Видите, уже этот гель весь впитался. А мне нравится в отпуске. Никуда не надо спешить, бежать. Мне вчера уже 3 человека с работы позвонили. Любаник позвонил, доктор наша. Викуся дежурила, звонила. С отпуском поздравить. Я говорю, спасибо. Новости мне рассказывала. И кто? Доктор Леся звонила, Леся Аркадьевна. Пиндерушки все позвонили. Я говорю, видите? Уйду в отпуск, будете плакать за мной, скучать. Они, да, уже типа скучаем, размечталась. Тут уже морщины начинаются. Капец. Стареем. Все, гель нанесли, а на ночь нанесем вот эту масочку от Vitex. И нарядные ляжем спать. Вот такие пироги. Пошла ваши видосы посмотрю. У меня есть несколько свободного времени. Пока все гуляют на работе, вернутся и начнем заново. Девчонки, это я. Наношу маску. Покажу какую. Сегодня у меня суббота. У меня все маски подписаны по дням недели. Я уже такая гламурна. Ой, она такая гелевая, классно. Как она вкусно пахнет. У меня морда покраснела, хоть бы не на эту маску. А я знаю, что покраснела. Знаете, что? Я там занялась капитальной уборкой туалета. Раскрутила все. Замочила в сантри. Потом кольцо. Сиденье для унитаза. В сантри, потом вычухала его, замочила в доместосе. У меня аж кошка с комнаты прибежала, качается в этом доместосе. И это у меня видно на доместос, на эту химию всю спадает. Только что прилепила патч, этот прилип, а здесь было больше жидкости. Это я уже отравилась. Фу, воняет до сих пор. Открыла балкон, вам не видно, открыт полностью балкон. А может, это на маску? Не, не на маску. Смотрите, какое пятно вылезло. Сейчас я пойду немножко полежу, а то патч этот слетает, пока он прилепится. Я моргать не могу. Вот. Поваляюсь. Я вытирала лицо таким тоником от Vitex. Использовала такие патчи корейские, кто еще не знает. Такими сейчас пользуюсь. И вот этой масочкой. Вот так она выглядит. Это у нас гиалуроновая маска желе, несмываемая. Все. 20 минут поваляюсь и приду. Девчонки, про маску. На лбу маски еще довольно-таки много. Я тут, знаете, такой толстый слой нанесла. А как ни странно, в первую очередь впитался нос. Маска впиталась больше всего вот на носу. Я не знаю почему. Он у меня вообще, эта зона всегда жирная. Получилась она не жирная. Маска ее больше всего туда залезла. Щеки почти тоже впитались чуть-чуть вот здесь. Патчи я буду носить, пока они полностью не впитаются. Вот. Так пока мне все нравится. Но это у меня, видно, пошла реакция, она дышалась доместосом. С этой стороны, видите, нормально, а с этой вот что-то прям... Если бы это было на маску, было бы все лицо. Или, допустим, обе щеки. Все, девочки, мальчики, всем прощаюсь. Я пока буду еще ходить, пока они не отвалятся. Все, всем пока. Показываю вам. Всем пока. А я себе показываю. Всем пока. Ну-ну.
Даже, это я уже обнюхалась до Местоса. Кошка у меня, же говорю, прибежала и качалась возле ванны, где я мыла это сиденье. Завтра встану, а у меня ни одной морщины вообще. Представляете? Даже на лбу разгладится. Я тут что-то всегда вот так делаю, вот так. Так они у меня, видите, здесь залом кожный получился. Кстати, маска вот тут, где много, и она немножко скатывается. Все, всем пока. Увидимся в следующий раз в новых видео. Заходите на мой канал, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь. Всем пока-пока!